опять я начинаю говорить с вами о том, что происходит с людьми иногда в жизни, и что может произойти с каждым из нас. А именно о том, что человек занимается чем-то общепринятым, таким, считающимся хорошим, а потом вдруг понимает, что что-то в его жизни не хватает, недостаточно, или просто что-то идет не так, и начинает заниматься чем-то еще, что раньше бы в советские времена назвали общественно полезным. Вот, а сейчас общественно полезное другое. Тогда мы собирали металлолом, макулатуру. Что мы еще делали из общественно полезного, я не помню. Может быть, кто-то из вас, слушатели, помнит. А теперь оказывается, что наша помощь нужна не в металлоломе и макулатуре, а в таких намного более значимых вещах, про которые в Советском Союзе мы не думали, что государство на это давно-давно положило с прибором, как теперь принято выражаться. И не думали о том, что наша помощь, наши руки нужны в детских домах, в домах престарелых и в других таких местах, там, в приютах для животных. Нам казалось, что наше мощное, такое всесильное государство абсолютно все проблемы решит само. Оказывается, нет. Вот о тех людях, которые хотят менять что-то в окружающей жизни своими силами, не дожидаясь того, когда государство оторвет пятую точку от стула, чего не происходит, как правило, потому что оно как сидит на своей пятой точке, так иногда, конечно, поднимается чуток, но для того, чтобы возопить что-нибудь на Запад, типа «Низамай, Роденьскую Афганщину» и так далее. Ну вот, о этих самых людях я хочу снова сегодня с вами говорить. И у меня в гостях моя налепшая подруга Оля Романова, которая когда-то оторвала от стула практически все и начала заниматься спасением людей из мест заключения, уже попавших туда, либо тех, кому это вот-вот предстоит. Попала она туда не от хорошей жизни, а просто потому, что ее семья столкнулась с таким горем. Ее муж Алёша оказался в тюрьме по совершенно такому, как бы теперь опять же сказали, заказному делу. Вот, и все мы переживали за Алёшу и все перипетии его жизни, о чем Оля сама расскажет. А также она привела ко мне в гости Николая Левшица, который добровольец-добровольц. Тоже о себе расскажет сам, но который был одним из самых активных людей в Крымске. По крайней мере, читая Facebook, я эту фамилию, эту физиономию встречала чаще других. Вот, поэтому давайте мы начнем с дорогой дамы. Опять же, тут не буду я тебя называть всякими уменьшительно ласкательными, на которые ты позитивно реагируешь, но поскольку знаю я тебя уже лет скоро 20, то давай, Ольга Евгеньевна, дорогая, начинай, рассказывай, что такое в твоей жизни произошло, что ты перестал заниматься собственными проблемами, а стал заниматься общими. Вечер добрый. Конечно, я не буду скрывать от радиослушателей, что мне очень приятно, что с Ирой мы об этом много говорили и говорим, что испытание, которое посылает нам, я не знаю, что государство, судьба, Бог, дьявол, ну, которые на нас каким-то образом спускаются, вот эти испытания, они правильные. Они действительно не за что, а чтобы понять. Для чего? Для чего? Для чего? И, конечно, когда в момент, когда арестовывают твоих близких людей, ты чувствуешь самую вопиющую в мире несправедливость, обрушившуюся на тебя, и чувствуешь такой свой эксклюзив, что, конечно, надо очень быстро преодолевать, потому что этот твой собственный эксклюзив и эгоизм, он тебя убьют. Потому что нельзя все время думать о своем горе, невозможно, просто можно сойти с ума. И начинаешь довольно быстро смотреть, что вокруг, и понимаешь, насколько ничтожно твое собственное приключение, что это, в общем, хорошо, не горе. Хорошо, что ты называешь это приключением. Не горе, не драма, потому что могло быть хуже. Твоего мужа могли назвать педофилом, точно так же посадить. Да, как муж Тани Макаровой из Ростова-на-Дону. И, увы, все больше и больше людей с этим сталкиваются. И вот сейчас одна пара, кажется, уже готова заявить. Это же очень сложно. Это мне легко сказать, что мой муж заказной там, предприниматель. А давно уже перестали сажать предпринимателей по предпринимательским статьям. Сажают за убийство.
когда человек не совершал. Это проще. Проще повесить труп. Сажают за педофилию, что самое страшное. Вот как нормальный человек может встать и сказать, моего мужа незаконно обвинили в педофилии по отношению там, к собственному ребенку, к чужому Намного ребенку. Намного сложнее, кстати. Невозможно. Нашлась пока только одна. Вот Таня Макарова, которая борется. Хотя вот несколько людей уже вот на подходе, я знаю, просто убеждаешь людей, что уже столько попало под этот пресс, что пора уже. Эксклюзива не будет. Не будет эксклюзива. И я очень рада. Вы знаете, мы ехали сегодня на эфир с Николаем Левшицем, с которым мы знакомы 100 тысяч лет, а именно мы познакомились в декабре 2011 года на Болотной. Это не очень 100 тысяч. Это 100 тысяч лет, потому что с тех пор прошло 100 тысяч лет. Мы с тобой знакомы гораздо меньше, потому что люди, которые познакомились на Болотной, мы прожили вместе. То есть у вас время спрессовано. Спрессовано, конечно. И мы ехали сегодня на Колиной машине, и мне Коля показал, говорит, смотри, обыск идет на улице. И действительно, мы ехали и увидели, как милиционеры притормозили двух, как говорится, лиц кавказской национальности, и шмонают их по полной программе с заламыванием рук, с обыском автомобиля. Я открыла окно и закричала, а где понятые? Вы что делаете? И мы пошли на разворот, это было на скорости. Когда вы чуть был не опоздальный. Совершенно. Но на развороте мы обнаружили, что не закончили. Они испугались. То есть они вас услышали? Они нас услышали, они испугались. Обалденно. Вот это очень здорово, что ты можешь что-то изменить. Может быть, это преступники, я не знаю. Но понятые нужны все равно. Но это незаконно в центре города Москвы вот так заламывать руки. Понимаешь, у меня был, помнишь, история с мальчиком Ваней Белоусовым? Конечно. Которого посадили и так далее. А мне написал в ЖЖ, в личку, некто, не знаю, никнейм только знаю, но, видимо, это довольно такой интеллигентный, грамотный человек из органов. О том, что вот рентгены не того вы защищаете. То есть парень действительно был там во всех этих кружках националистических и выкрикивал там-то и там-то такие-то лозунги. Надо сказать, что лозунги чисто отвратительные. И если бы я их услышала вот вживую, мне больше всего бы хотелось дать этому парню по роже. И знает он, этот, значит, мой писатель, про тетю Наташу, которая, значит, обивает все пороги и добивается того, чтобы у мальчика несчастного националиста, фашиста признали невиновным. Ну, короче, не того защищайте. Я ему пишу, понимаете, дорогой. А он плохой, я допускаю, он очень плохой. Но в деле нет следственного эксперимента. А он там должен быть. И вот осудите его по правилам. Я первое скажу, что вот молодцы, посадили гада. Но пока не могу. Извини, что я тебя прервала. Нет, ну к тому же, когда тебе 18, 19, 20, 21 год, с тобой может на самом деле приключиться всякое. Тебя вполне возможно вытащить из этого, например. А в тюрьме шансов нет. Что ты перевоспитаешься? Ну вот сегодня ты покричала, а где понятые и сотрудники... Отпустили лиц кавказской национальности. Они прекратили обыск. Они встали, ручки вот они. Они встали, они перестали их шмонать. Потому что, естественно, когда мы видим вот это все на улице, я понимаю по опыту, что сейчас он положит ему в карман пакетик с героином. И ничего нельзя будет доказать. Понятых-то нет. Ну да, никто ничего не видел. Конечно. Взятки гладкие. Оль, но тем не менее, до Болотной ведь ты начала всем этим заниматься. Да, до Болотной я начала всем этим заниматься, но я никак... Это было абсолютно такое все-таки пока еще действие на горшке. Детский сад такой, штаны на лямках. Все-таки, наверное, с Болотной началась начальная школа. Не могу сказать, что я ее закончила, но развитие такое довольно серьезное, потому что когда ты начинаешь заниматься зэками, а это мы раньше говорили, политзаключенные, тогда на Болотной носили список 120, по-моему, 130 человек. Сейчас только по Болотному делу больше 20. 21. Но сейчас мы должны прерваться на маленькую-маленькую рекламу. После этого я надеюсь, что к нашему разговору присоединится Николай, и он нам расскажет с мужской точки зрения, как это все выглядит.
Добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Я напоминаю вам, что сегодня у меня в гостях Ольга Романова и Николай Левшиц. И мы говорим о том, каким образом доходят люди до такой жизни, что начинают что-то делать для других. И старуха Шапокляк перестает быть их идеалом поведения в жизни. Если вы помните, а, конечно, помните, хорошими делами прославиться нельзя, кричала старуха Шапокляк. И мы все маленькие дети понимали, что Гена хороший, а она плохая. Продолжаем наш разговор. Оль, я хочу, чтобы ты продолжила и передала потом слово Николаю. Мы, когда сталкиваемся с какой-то вопиющей несправедливостью, я сталкиваюсь, потому что все время хожу по судам и по тюрьмам, и вижу, насколько все-таки мы не готовы к любым событиям в нашей жизни, насколько же мы даем себя обыскивать на улицах. Мы подходит дядя комиссионер, говорит, ваши документы, мы безропотно их достаем и отдаем. А это нельзя. Надо спросить, по какому поводу. А ты кто, дяденька? Да, а ты кто? А ты зачем подошел? И так далее. А где, бляха, номер какой? А насколько безропотно люди готовы отдать свою жизнь в руки любым проходимцам? В погонах, в мантиях, не в мантиях. И безропотно это все принимают. Опять же, сегодня мы с Николаем познакомились с зэком Алтайский край. Саша приехал на инвалидной коляске. Он приехал себя поджечь к администрации президента. Потому что жизнь такая. Да, он 6 лет добивается получения пенсии. Он инвалид первой группы, он колясочник. Ему пенсионный фонд написал справку, что пенсионный фонд ему задолжал по минимуму там, 729 тысяч рублей. А в принципе пенсионный фонд готов выступать на его стороне в суде с тем, чтобы... А судиться тогда с кем? В том-то все дело, у него нет места жительства, он вышел из тюрьмы. Ему не приходят из суда бумажки, ему не берут иск. И живи где хочешь, он может купить себе квартиру в Барнауле, в Бийске, в общем, какую угодно. У него есть деньги. Проблема в том, что не положено. У нас на самом деле... Это уже Николай Левшин. Здравствуйте. У нас на самом деле, да, вот продолжу слова Ольги. Очень часто знают, как посадить, но у нас нигде не прописано, что делать потом. Потом, и как человека реабилитировать, как его назад вести в нормальную жизнь, дать ему специальность и так далее. Потому что то, что, конечно, происходит в колониях, это не обучение. Это имеется в виду колонии и для несовершеннолетних, и для взрослых. Да. Одинаково, да, Николай? Да. Ну и то же самое в Крымске было, когда люди не знали, куда идти, расскажи. У тебя же столько историй про это. Ой, да, на самом деле, если... Да, Николай был одним из главных крымских волонтеров. Ну, так на самом деле у нас не было главных, да. Ну, основных. Просто... По крайней мере, раньше многих туда приехало, дольше многих там оставался. Ну да, так получилось, что я поехал первый раз на своем автомобиле туда в июле, потом прилетал в августе. А через сколько дней после? Где-то через неделю примерно. Я хотел пораньше, но мне посоветовали, сказали, что мои там руки, знания, связи, наверное, больше будут полезны в Москве. На тот период, когда вот я помогал той же Маше Барону, Мите Лешковскому, здесь вот с Воробьёвым, да, и здесь вообще поднимать тоже информационный фон и так это далее. Это вот то, что на Ленгорах собирали, да, на Воробьёвых, да, да, горах. Да, и потом, когда здесь уже как-то немножко все было налажено, и у меня было как раз практически получилось так, что 1 июля я ушел с работы, на которой я проработал 10 лет. А что за работа? Я 10 лет назад устроился курьером, потом в офисную службу крупного издательства. И вот я там проработал 10 лет, как такой вот офисный планктон, менеджер. Менеджер по рекламе. И увольнялся, да, ведущий менеджер по рекламе. Там зарплаты, не знаю, там 70-80 тысяч рублей. Все у меня было стабильно. Хватало. Да, все у меня было хорошо, все, в общем-то. И первое время, может быть, да, как-то это все воспринималось как игра. Да, вот там декабрь, январь, такая эйфория. Нет, 1 июля я уже увольнялся сознательно. И 6 июля случился Крымск, который, наверное, дал понять, что все сделал я правильно. Я поехал туда не обремененный работой. А поехал почему? Вот что ты почувствовал, что тебе хотелось там сделать в Крымске? Наверное, просто не, любопытство. Наверное, просто не только в Крымске, да, в течение всего вот этого года последнего. Хочется сделать что-то полезное, хочется сделать что-то нужное, чтобы... Не зависай. Да, чтобы не было
скажем так... Мучительно больно за бесцельно, да, прошлые, за бесцельно годы. Прошлые годы, чтобы не жил позор, за подлинное и мелочное прошлое. Да. Да. И вот Ольга Евгеньевна в свое время в мае на каком-то... Ольга Евгеньевна, это Романова, он так уважительно называет. Да, сказала, что вот никогда, нигде, ни за какие деньги не купишь ощущение, что ты сделал что-то полезное, что-то доброе. И вот в течение всего этого года Крымск, это был ли там Астрахань, это была ли там Пермь, был там Новосибирск, все время меня не покидает, да, Томск, Ярославль. Меня Давай не сейчас про Крымск. Да, и в Крымске меня не покидает чувство, что все делаешь правильно, все делаешь нужно. И я ехал туда с искренним, вот человечным желанием кому-то помочь. Ребенку, инвалиду, пенсионеру. Просто вот у меня есть машина, у меня есть деньги, мне с собой дали 200 тысяч рублей. Там родственники, коллеги по работе. Ну, при этом ты здоровый, молодой мужик. Да, какие-то совершенно чужие люди. Мне дали деньги просто вот через Facebook, через интернет. Мне там созвонились, вот пришли вот на... Вот просто вот надежды на государство никакой. Вот ты посмотри сам своими глазами, у кого дом разрушен, у кого там проблема, и дай им эти деньги. Вот, конечно, я не мог не поехать. А тебе не обидно, что в итоге все сделал Путин? А мне не обидно. Мне не обидно, потому что все это пройдено через себя. У меня осталось там много друзей, много знакомых. Ну, ты просто позитивный человек такой, видимо. Честных, искренних людей, которые там остались. И у меня появилось огромное число людей, опять же, тех же неравнодушных, тех же искренних, тех же замечательных, с которыми мы общаемся сейчас. Ну, Коля, меня познакомил с моими соседями по дому. Я не знала своих соседей, а Коля привез... Волонтеров из Крымска, сказал: Оля, это Ксения и Олег, муж и жена, это твои соседи по подъезду, познакомься, пожалуйста. Мы теперь не расстаемся, конечно, ни на секунду, но познакомился он в Крымске и понял, что мы живем в одном доме, в одном подъезде. Он бы их привел за руку, сказал: вот Ксения и Олег. Какая прелесть. Мы теперь по тюрьмам вместе ездим. А между прочим, это люди с Рублевки, так на секундочку. У Ксении бутик свой, там, и так далее, и тому подобное. Но люди бросили все. Таки ты ко мне ее приведешь, я надеюсь. Вот очень советую. Очень. Человек бросил бутик на Рублевке, сказал: я волонтер Крымска, а теперь я иду в тюрьму. Тюрьму что делать? Пока посмотреть и понять, чем помочь. Вот у нее пока был первый визит в тюрьму, буквально вчера. И... Ну, молчи, Романова, ты опять отобрала... Молчу. Голос. Но у это сделал Николая. Коля. Он передал тебе его, хорошо. У нас там был случай, когда девушка, которая была в «Единой России», причем активным таким, была здесь в молодежном совете, она вышла из «Единой России» после Крымска. И мы с ней продолжаем хорошо общаться. Это вообще круче, чем бросить бутик на Рублевку. Наверное. Не знаю, Ксения тоже очень крутая. Хорошо. А почему же она вышла из «Единой России»? Ведь одно другому не мешает. Говорят, «Единая Россия» столько хорошего там в Крымске сделала. Кто её говорит? Люди говорят. Проголосовал же Крымск, 96% за «Единую Россию». Видимо, не зря. Ну вот, и поэтому деньги у них там пропадают, заставляют возвращать. А слышно было, видно было «Единую Россию» в Крымске? Нет. В самое тяжелое время? Нет. А кого было видно? Было видно МЧС, было видно волонтеров, которые в грязи. Расскажи про Красный Крест, кстати. Ты же с ними Красный скандалил. Красный Крест не было видно там совершенно. И с РПЦ расскажи, как ты скандалил, досточтимый Николай Дмитриевич. Так начинались письма местной РПЦ к Левшицу. Досточтимый Николай Дмитриевич. И дальше про матрасы. Ну давай. Красный Крест там не было видно. Более того, они собрали 850 миллионов рублей. У Сбербанка, Сбербанком перевел там деньги, еще многие, в основном это переводили организации по безналу, даже была такая кнопочка поделиться, отправить деньги в Красный Крест. Я был там вот 3 раза, да, приезжал в июле, в августе, в сентябре. Во-первых, никто эти деньги практически не видел. Во-вторых, тот, кто отчет... Подожди, практически или никто? Немножко там было, да, они получали, там они написали в отчете то, что 4000 плит купили, 4000 стиральных машинок и так далее. Да, кто-то получил, были такие люди. Но не на всю сумму. Да, да, абсолютно. Коль, но это сумму. Обвинение в адрес Красного Креста. Это не обвинение, это требование. Мы сейчас требуем от них показать документы. То есть ты это где-то озвучивал? Да, мы об этом озвучиваем, мы об этом пишем, говорим. Где? Где мы можем это посмотреть? Это есть на «Эхо Москвы» на сайте,
это есть на «Милосердие» на форуме. Это... Там все подробно. Мы, скажем так, препарировали весь их отчет. И не нашли, куда ушли деньги. Абсолютно. Там более того... Это интереснейшая история. Хочу абсолютно. Большая история. Вплоть, что я залез на сайт Жуковского марш-завода, посмотрел, сколько стоят котлы. Они купили котлы за 12 тысяч, вместо того, чтобы взять за 8, но купить не 4, а 5 тысяч, допустим. Почему это было сделано, тоже непонятно. Откат, батенька. Я этого не говорил, но да это я подразумеваю, да, конечно. Абсолютно. То есть, как говорят в наших Палестинах, откат. Да, начинаешь смотреть, что, кто эти люди, откуда они. То есть... МЧС уехали оттуда через 2 недели. Армия, которая стояла, соседи наш лагерь, да, стоял палаточный, и большие, они сделали колючую проволоку, поставили собак с кнурой. От кого колючую проволоку? Ну, у них так положено, по уставу, наверное. Вот они там разворачивали, то есть они там копали траншеи вокруг, там абсолютно... А собаки что делали? Собаки, овчарки с кнурами по периметру. Вот в лагерь волонтеров Николая тоже приехал местный «Единая Россия», поставили палку, говорят, сейчас мы будем вами руководить, команда. Ты расскажи эту историю. Да, приехали из откуда-то, из Краснодарского отделения, такой дядечка толстый, такой вот. Они поставили колонки, начали пробовать раз, два, три. Говорю, что это такое? Что это такое вообще? Говорю, это... Ну, мы будем, у вас же тут подъем по утрам, да, вот мы сейчас будем здесь музыку включать, да, такие мастерики, затейники и так далее. Будем вами руководить. Ага. Правда, через 2 дня они оттуда быстро срулили, колонки мы им... Коля, тяжело было там? Ну, вот физически там... Морально. Морально тяжело. Морально. Когда ты видишь слезы, когда ты видишь... ежедневные эмоции людей, конечно. Я вообще такой человек, что я все пропускаю через себя. А тебе сколько лет сейчас? 34. 34, но уже не маленький мальчик. И тем не менее просто пропускаешь через себя. Не могу, да. Вот мы приходим там в один дом, там люди убираются и так далее. Нам ничего не надо, мы тут все... У нас все в порядке. Вот соседке лучше помогите. А что соседке? А у нее там весь дом развален, все там у них там под снос. Она плачет и ревет круглые сутки. И заходит как раз эта соседка. И начинаешь с ней разговаривать. С вами психологи разговаривали? Нет, нет. А у государства, а тут вот справки, документы. Нет, нет, мне ничего не надо. Мне вообще ничего не надо. Мы живы, здоровы, и слава богу, и слава богу. То есть действительно все разрушено, и никто не помог. Да, конечно, вот это тяжело. Да, ты понимаешь, что ты заместить государство не можешь. Я везде, вот, где бы не была возможность, я говорил, государство с такими ресурсами, с такими возможностями. Коль, вот сказал ключевую фразу. Ты понимаешь, что государство заместить не можешь. Но ведь по сути ты не так. По сути, замещаешь государство собой. По факту. Сейчас да. Тушили пожары мы. А работали в Крымске, ну, многонациональный народ Российской Федерации, да? В Конституции так написано. Контролируем выборы мы. Ну-ну, вот теперь еще и Красный Крест тоже контролировать будем мы. Да, что остается государство? Что оно делает, кроме того, что там гимн поет и кричит про патриотизм? В телевизоре себя показывает. В телевизоре, да, очень а красиво. А это самое главное. А вот телевидение снимало вас в Крымске? Немного совсем. Немного совсем, потому что, насколько я понимаю, оно не проходило цензуру. Именно здесь вот на первом, там, втором, других каналах показывали вот так вот отрывчато совсем немножко. Ту самую знаменитую речь, когда Ткачев, да, выступает перед кинотеатром на площади Крымской, говорит, ну что, мы должны были каждый дом обойти? Я это слышала. Это вот посмотрели, да, там 1 000 000 человек на Ютьюбе посмотрели, а в федеральный канал, естественно, никто это не пустил. Таких случаев было много. Один из там показательных, когда мы едем по городу, просто вот с утра в палатке спать невозможно, в 6 утра уже просто там духота, парилка. 30 градусов, 6, ну, да, жарко, конечно. За 30 было все время. Меньше 30 не было, по-моему. И... Я представляю, как пахло там. Пахло, да. Ужасно. Ну, тоже привыкаешь. Ну, это еще Александр Куприн описал. Там у него, не помню, в каком рассказе было, как двое военных разговаривают. Войну не люблю, он говорит, вонища такая. А что, говорит, тебе вонища? Не хочешь, не нюхай. Вот баб нет.
И вот мы едем по городу, там развозим в очередной раз какую-то гуманитарную помощь, собираем заявки, еще что-то делаем, лекарства. С лекарствами была огромная проблема. Лекарства никто целенаправленно, тот же самый там Минздрав или какой-нибудь Красный Крест, чтобы закупили и раздали там диабетикам, сердечникам, такого не было. Мы узнавали, мы ходили по домам, узнавали соседей, потом сами покупали свои деньги, им привозили хотя бы на первое время. И вот мы едем по городу, и то ли, как она там, молодая гвардия в футболках, там, я россиянин или еще как-то, у них такие были белые футболки. Знаете, что они делали? Красили белой красочкой деревья внизу. Нет, да вообще такое это дело полезное, потому что, говорят, от вредителей помогает, но, наверное, не первостепенное, так скажем. Коля еще очень много помогал. Оказалось, в Крымске очень много детишек с ДЦП. Почему так много, Коль? Наверное, роддом плохо работает. ДЦП обычно от этого. Много детишек. Ну, на самом деле, наследственность, наверное. Что люди? Нет, что слушай, люди? ДЦП – это не наследственная болезнь. ДЦП – это, так скажем, 95% – это проблема родовспоможения. Либо до родов, либо во время родов, либо после. Вот у меня есть приятельница, у которой сына, которому было 2 часа, уронили и стукнули головкой. Мальчика ДЦП. Вся жизнь с ДЦП. Да. Я не знаю всех подробностей, но у меня вот есть до сих пор сохранилась фотография. Напротив роддома в Крымске огромный такой, огромная надпись большая. Трезвым будешь, все добудешь. Какой кошмар. Прямо напротив входа. Имеется в виду, что ДЦП – это результат пьяного зачатия, что ли? Да, имеется в виду именно это. И... Хотя это просто дремучая неграмотность. Мне очень хочется, чтобы ты передал привет своему другу маленькому с ДЦП, с которым ты переписываешься, который тебе рисунки шлет. Ой, у нас есть прекрасный там... Жень Масловский, который с абсолютной историей, когда... Незнакомые люди здесь ему купили коляску здесь, в Москве, с электроприводом, да. И он первый раз сел сам и сам начал управлять ей. То есть он 18 лет его возили, вот он тут, а он еще и паралимпиец, они играют у них там в боч. А что это такое? Жолобом они катают шары, там такая есть какая-то игра, вот. И он просто, он понял, что он сам сможет передвигаться. Да, и мы общаемся, он ВКонтакте так тихонечко пишет, аккуратненько. Конечно, мы сохраняем дружеские отношения, нам рассказывают. А сколько лет мальчику? 18. Он не очень может писать, зато, я надеюсь, он услышит, что Коля о нем помнит. Ну, по крайней мере, мы запись выложим в сеть, и там он сможет ее посмотреть. Вот именно, начинаешь, когда общаться, вот эта вот девочка Виолетта у нас прекрасная, замечательная, которая называла папину машину Toyota ракетой, и ракета утонула. Да, никто ее не возместил за нее средства. Сколько за эту машину. Сколько лет Виолетте? 9. Коль, а чем ты сейчас зарабатываешь? Это... Ну, ты не работаешь. Вот что, вот это все замечательно. Вот, Николай, наверное, Лешет, подкожный... большой начальник. Подкожный жир-то уже кончился? Не кончился. Николай Лешет, генеральный директор Руси сидящий. Ах, вот оно что. Мы нашли друг друга. Мы нашли друг друга. Естественно, еще и до Крымска, до всего. Долго мне не приходило в голову Николаю предложить это. Николаю не приходило в голову ко мне прийти. Николай, что называется, без года неделя, директор Руси сидящий. Но, мне кажется, союз как-то вот он сложился. То есть я правильно спросила? Ну, я еще немножко, спросила. Да, я еще немножко дистанционно... Немножко за счет своих знаний помогаю, консультирую фирмы. Именно по рекламе. Ну, это знаешь, это анекдот. Если бы я был царь, я бы жил лучше, чем царь. Я бы еще шил по ночам. У нас, конечно, такого менеджера по рекламе Руси сидящего еще не было. Ну, например. Например. Нет, дело в том, что, конечно, Николай обладает действительно навыками, которые, как выяснилось, нам совершенно необходимы. Выяснилось, что менеджер по рекламе, ведущий менеджер по рекламе, Николай Левшин, человек, который нам нужен, потому что у нас совершенно по-другому пошел. Ну, придумал, да что, например? Ну, например, магазин «Руси сидящий», и вот собственно, как можно поддерживать какую-то текущую деятельность. Что продается в магазине? Мы продаем там маечки с эмблемами, мы продаем книжки зэкам. У нас же зэки пишут книги. Мы их печатаем и продаем на сайте. Это, в принципе, он внедрил... Извините меня за выражение, простите, американскую модель благотворительности, да, как это делается.
Потому что об этом же не думаешь, едешь спасать там зэка, его маму, его семью, там скорее там что-нибудь. А Николай к этому подходит менеджерский. И он в нашу бабскую организацию, а, конечно, у тюрьмы женское лицо, внес нормальное мужское менеджерское начало. Вот мы сейчас, тем не менее, на Финаме тоже немножко должны дать рекламе место. А потом продолжим. Добрый вечер еще раз. Напоминаю вам, что в студии Ольга Романова и Николай Левшиц, и мы говорим о том, как люди доходят до того состояния, когда начинают помогать другим. И оказывается, что это происходит не с худшими и сумасшедшими, а с лучшими и самыми нормальными. А вот теперь мы продолжим про то, что Коля, бывший менеджер по рекламе, стал директором в «Руси сидящей», и он рассказывал интереснейшие вещи про Крымск. Но вначале, когда я настояла на том, чтобы ты переключился на Крымск, ты употреблял какое-то еще безумное количество названий всяких городов российских. Новосибирск, Ярославль и так дальше. А там-то что? Ну, как и все, наверное, вышедшие в декабре, да, 11-го, я был недоволен фальсифицированными выборами. Знаю огромное количество фактов абсолютно наглых фальсификаций. Да, вот моя родина — это город Ковров Владимирской области. Здесь есть такой завод Дегтярева, военный, оборонный. Он был, в воскресенье выборы проходили, естественно, он был закрыт. А утром, или 5 числа уже к вечеру, когда объявляются результаты, выяснилось, что там проголосовало 8 тысяч человек. И, а занятых сколько? А там было человек 50 вот этого круглосуточного, кто там работает. Остальные, естественно, голосовали по месту жительства, отзванивались начальству, что они проголосовали, потому что это требовали с них. А потом выяснилось, что вот Ковровская городская академия, которая была закрыта, есть даже видео, что она была закрыта, там проголосовало 2000 человек. То есть 10 тысяч голосов просто вот взяли, вот приписали. А сколько всего в Коврове? 140 тысяч. Хорошо так. Нет, там еще, большой там еще были закрыты пансионаты, то есть там где-то около 200 тысяч. А еще психбольницы, еще да, да, да. Воинские части, да, которые увеличились числом. Конечно, я выходил, был недоволен именно этим. Потом мы продолжили наблюдение на президентских выборах, ездили в Ярославль на выборы мэра Урлашова, да, причем это была такая вот у нас идея достаточно спонтанная, да, так как потом шутили группу из Фейсбука, да, поехали, мы закрыли практически все участки в Ярославле, и я наблюдал в Ярославском СИЗО. Вот так вот сам выбрал, чтобы на всякий случай никаких там фальсификаций не было. Вот, думаю, ну зэки-то за Путина голосовали? Нет, за Урлашова. Нет, да, за Урлашова. Да, Путин не баллотировался в мэр Ярославля. Оговорилась. Слушай, да, не надо, жалко Ярославль. Появилась Лига избирателей, с которой я активно участвовал. Было безумно интересно общаться с ее учредителями. Да, я смотрел с совершенно такими глазами. Там рядом со мной там Улицкая, Акунин, Парфенов. Я так... Совершенно другая жизнь, правильно? И, конечно, ездили, летали в Астрахань, да. Это когда там Шейн голодал. Да, да. А вот как ты лично оцениваешь его голодовку? Мне все-таки кажется, что он немножко, как в сексуале Лоханкин, ел по ночам. Ну, сложно, ну, честно говоря. Я не верю ему. Вот я честно говорю, я Ира Ясина Шейну не верю. Потому что если человек голодает всерьез, он не может такой бодренький бегать и прыгать. Мы очень хорошо съездили в Астрахань, но зря. Хорошо сказала. Ну, на самом деле не зря, потому что, опять же, мы расширили да, свой круг. Мы еще больше познакомились. Да, мы еще больше познакомились. Но вы увидели, что люди, требующие справедливости, так скажем, не всегда бывают искренне. Честно говоря, у меня не поднимается Бог с ним рука. Шейном. Да. Бог с ним Шейном. Язык не поднимается. Шейн настолько здесь фигура, которая не объединила, которая дала повод поговорить о фальсификациях там. И приехало столько разных людей из разных регионов, с разными убеждениями. И вот с тех пор, например, Коля нежно дружит с Дмитрием Гудковым, с которым мы сейчас, между прочим, пытаемся решить проблему имени Наташи Кудрявцевой. То есть вот именно сейчас, после Астрахани, Коля работает с Дмитрием Гудковым. Я должна пояснить радиослушателям, что Наташа Кудрявцева – это замечательная блондинка, которая, бросив свою
основную работу, удочерила девочек из тюрьмы, и всяко их опекает, и возит к маме на свидание, кормит, поет, и если мама захочет после своей тюрьмы, она ей девочку отдаст. И мы, собственно, все познакомились именно тогда, и в том числе в Астрахани. В том числе мы же, рассказывая все эти истории с огромным удовольствием радиослушателям, мы же понимаем, что мы все знакомились именно там, в Крымске, в Астрахани, на Болотной, никогда раньше, в Ярославле, в Яхраме, а в Касимове. Выборы же. В Яхраме были выборы. Мы же сорвали... Потом в Химках. Мы же сорвали назначение Алексея Чеснокова в Совет Федерации. В Касимове. В Касимове, в Рязанской области. В Касимове вот там был целый... Лично товарищ Левшиц. Целая, да, целая ну-ка, большая ну-ка, история как была. Это было? Там, на самом деле, был такой заголовок... Федя Лысый и Пломбир идут на выборы. Это местные бандиты. Это местные бандиты, которые... Федя Лысый и Пломбир. Да, Провоторов и уже не помню второй. То есть прям так было написано? Федя Лысый и Пломбир. Да, это их вот так называли. В Касимовские войны рязанские были такие преступные. Вот Чесноков был, это политолог «Единой России», он шел вторым по списку. Для того, чтобы потом... Я думала, он Пломбир. Нет, для того... Чеснок. Чеснок, хорошо, я... Для того, чтобы потом пойти в Совет Федерации. Но мы настолько... Во-первых, мы приехали заранее агитировать заявку, общаться с людьми. И на выборах закрыли все участки, поймали фальсификаторов, которые вкидывали бюллетени. Сейчас даже продолжаются суды, уже прошло полгода. Никто не осужден, уголовное дело. Все так висит. Все но пока идут отписки, да. Но с учетом поднявшегося шума и всего остального, естественно, прошел... Городскую думу Касимова, но Совет Федерации, да, сказали, что нет, после этих скандалов Совет Федерации не надо. Ну вот интересно, давайте более общую тему затронем. Многие говорят, что вот все эти наблюдательства, они ни к чему не привели, потому что, смотрите, дома сидит президент с таким именно процентом набора голосов, тоже, значит, заседает в Кремле, Единая Россия делает, что хочет, и все это бесполезно. Вот мне кажется, что все-таки нет, не бесполезно, потому что даже если не получилось в этот раз, точно получится в следующий. Вот я хотела бы вашу точку зрения по этому поводу. Оля, ты первая. Я никогда не думала, что я буду заниматься выборами. Сейчас за полтора года до большого старта больших выборов, а это осень 2014 года, мы с Колей активно работаем с четырьмя кандидатами. Это, я надеюсь, кандидат в мэры Воронежа, нам хорошо известный милиционер, перешедший на сторону народа, Роман Хабаров. Ром. Конечно. Это замечательный активист и глава отделения «Руси сидящей» в Владимирской области, издатель, главный редактор газеты «Ковровская искра» Виктор Майстренко. Он будет баллотироваться в ЗАГС собрание Владимирской области, причем раньше всех, уже осенью этого года. У нас, конечно, физик Данилов, новосибирский наш кандидат, который тоже будет участвовать в выборах. А когда это будет? Это будут выборы уже, я говорю, про 2014 год, про сентябрь 2014 года. И Николай Левшин будет участвовать в выборах, я надеюсь, в Мосгордуму. То есть, это, извини, что я озвучила за тебя это решение, но я, кстати говоря, не думаю, что это абсолютно непроходной вариант. Не думаю. Вот не думаю. Я тоже не думаю, учитывая, что время меняется быстро. Но, тем не менее, конкретно давай про наблюдательство. Что это даст? Ну, как мы быстро перешли от наблюдательства к выборам, к выдвижению кандидатур, которые мы поддерживаем. Подожди, перешли от наблюдательства, которое ни к чему не привело. Как не привело? Именно кажется. К этому и привело. Мы, во-первых, разобрались, как нас дурят. Во-вторых, мы разобрались, как к этому противостоять. В-третьих, мы разобрались, вот нас дурят, мы этому противостоим, а ничего не происходит. А происходит. А вот в Касимове не получилось. Например, да и много где еще не получилось. В Ярославле не получилось, много где. Да, подожди, в Ярославле не получилось, но сколько говорили, может быть, я не знаю правды, что если Урлашов не будет слушаться вышестоящей инстанции, то ему там отключат газ, повысят цены на электричество и так далее. Это известная проблема. Это известная проблема. Это не значит, что мы не должны пробовать. Мы же учимся очень быстро.
Для нас это все, нас никто не поддерживает. То есть человек, который выбран, все равно вынужден будет играть в ту игру, которую ему навяжет власть. Тебя это не пугает? Меня это не пугает, потому что я очень хорошо знаю, собственно, как и ты, Романа Хабарова, и я понимаю, что он не будет. Это который в Воронеже. Это который в Воронеже. Мы хорошо знаем Виктора Майстренко, и мы понимаем, что он не будет играть. Мы знаем с тобой физика Валентина Данилова. Мы понимаем, что он не будет. Я знаю Левшицу. Ну хорошо, но люди могут прогибаться не сами, а прогибаться, потому что за свет-то больше придется платить всем жителям, и жители в следующий раз за этого кандидата не проголосуют. Прогибаться, что с этим делать? Прогибаться и находить компромисс, и пытаться из этой истории выбраться – это совершенно разные вещи. А гласность может помочь? А, разумеется, деле? Гласность прежде всего может помочь. Прежде всего. А не страшно? Мы должны пробовать, иначе будет еще страшнее. Иначе нас будут просто брать в черные воронки по ночам. Мы должны не бояться, что что-то такого исполнять Конституцию и уважать ее. Что ж в этом такого? Иметь право избирать и быть избранным. Возвращаются советские годы. Я помню, что люди, которые голосовали, которые выходили на митинги на Пушкинской, в 70-е годы, да, требовали и соблюдать собственную конституцию. Конечно. И, собственно, Хельсинская группа, потому так и называется, что она всего лишь требовала соблюдать те договоренности, которые были Советским Союзом, подписаны по результатам Хельсинских соглашений мирных. Вот. Ну так, Коль, а тебе не страшно вот это все делать? Вот в Мосгордуму идти? Наоборот. Задорно? Совершенно не боюсь и совершенно... Вот в чем весь этот год? Я все время всем говорю и всегда, я такой же, как и вы, абсолютно. Вот, как смотрели фильм «О чем говорят мужчины» или что-то вот в этом роде, когда там пародия Василий Уткин едет на корабле, и вот там я такой же, как и все. Я каждое утро пью кофе, это, делаю яичницу. Это, по-моему, день выборов. День выборов, да-да-да. День выборов. Вот на самом деле фильм абсолютно прям про нашу жизнь. И нет, фильм замечательный. Цаплин, да. Да, Цаплин. Когда там у него покушение было. Мина, да. Практически. А тут вот где-то на Украине нашли... Ты тех, что, такой же? Тех, кто на Путина, да, покушение совершало. Давайте придумаем, давайте. То есть и там тоже, так понимаешь, что... Сижу с вами в кафе с одним столом, хожу в одни кинотеатры. Абсолютно. Почему у меня получилось посмотреть по-другому, а почему у вас нет? Давайте посмотрим на Олимпиаду, да, предстоящую. Сейчас же... Практически последний месяц, сейчас вот годовщина, да, год до Олимпиады, начинаются вот эти разговоры активные. Что нам бойкотировать ее, не бойкотировать, что нам с ней делать? Огромные колоссальные деньги затрачены. У нас еще чемпионат мира по футболу в 2017 году. Я боюсь, ничего нельзя сделать с Олимпиадой, потому что делать может только весь окружающий мир, а весь окружающий мир ничего делать не будет, а будет замечательно прыгать, бегать и плавать. Я каждому говорю о том, что вы можете что-то изменить. Правда, это в ваших силах. И наблюдательство, вот тот коллектив, который сложился, я их безумно, безмерно уважаю. Союз наблюдателей. А кто России, эти люди? Совершенно обычные люди, которые решили... Да я и Коля, например. Нет, ну ты и Коля, ладно, всего Коля два. Наблюдатель. А еще кого-нибудь приведите в пример. У нас есть Миша Успенский с Юлией Успенской, это муж с женой. Она работает в банке, он работает, у него там свой маленький бизнес. Прекрасные люди вот взялись за это дело. У нас Ольга Фейгина, которая была, да, у нее там, она была экспертом ювелирной промышленности, ушла, она сейчас вообще в ассоциации «Голос». Вот люди поставили. Кстати, прекрасный герой на одной из программ. Ольга Фейгина, ювелир. Чудесный. Это точно. Так она... Это точно. Замечательно, у нее столько идей. Вот Ярославль, это был как раз вот ее такой вот порыв, да, который... И сейчас все эти люди... Вот сейчас была запись в УИКе, в ТИКе с правом решающего голоса в комиссии. Они формировались сейчас на 5 лет по-новому. Знаете ли вы, дорогие радиослушатели? А я думаю, что не знают. Что сейчас очень важная вещь прошла. Запись очень важная вещь. Но уже прошла. Да, но мы успели. Где-то заканчивается еще. Где-то еще в некоторых областях России она чуть позже, там, где 25 марта, я знаю, есть крайние сроки. Ну, практически. Сейчас в Москве набрали более 3000 таких человек, которые... В Москве, только в Москве. Да, членов комиссии по решающему голосу, у которого есть
право проверять все списки, которые могут смотреть, у которых есть право голосовать, удалять, не удалять наблюдателей и так далее, и так далее. В Москве 3000 УИКов. В 2014 году на выборах Мосгордумы мы теперь можем уже понять, что у нас будет практически на каждом УИКе наблюдатель. Вообще по два. По два. С правом или без права. Да, в том числе. Либо с правом совещательного голоса, потом, я уверен, кандидаты дадут. То есть мы, я так думаю, что ну, где-то 2, 3, 4 будет человека на каждом участке. А это... выборы в ОНК сейчас идут в 45 регионах. В 45 регионах ОНК России. Это общественные наблюдательные комиссии, да. Которые работают в тюрьмах. Поэтому ты, Роман, все время говоришь непонятные аббревиатуры. Ну да, 105-я через 30-ю, а ему 159-ю через 209-ю, конечно. Ну вот и пойми, что ты сказала. Поэтому, если это бы она не было... номера уголовных статей. Это мы с Николаем разговариваем. Да, примерно так. Бывает у нас так, конечно. Поэтому, если не было бы этого опыта наблюдательства, пусть и негативного, пусть и с таким осадком, что да, там в Омске 17%, явка где-то там 19%, не было бы сейчас вот этого вот движения, не было бы записи в УИКе. А люди будут реагировать на ваши действия? Ведь они такие спокойные. Я очень надеюсь. Как будто все равно. Всем все достало, с одной стороны, а с другой стороны, не дай Опять бог, же, достало хуже почему? Будет. Опять же, достало, потому что ничего никогда не... А все равно, дальше, как чаще всего говорят, все равно ничего, все равно все решено. Все равно без меня решат. И да. Поэтому вот мы можем прийти и сказать, ребят, я буду на этом УИКе, я буду, чаще всего, как это было, в собственной школе, где я учился, и свои соседи, родители этих учеников... Это маленький город, конечно. Да. Я буду здесь контролировать, чтобы вас, чтобы ваш голос посчитали. Поэтому приходите. Если не мы, то кот. Ну, дело в том, что я вот на своем участке в школе, где я не училась, и где было все ужасно, я обнаружила легендарного учителя пения, героя Ютьюба, такой старичок, который поет ужасно отвратительные песни там, про оппозицию. Я обнаружила его там в школе, в УИКе, он оказался учителем пения, школа, которая в моем дворе, где куда ходят мои дети. Ну как же я там не останусь наблюдать? Да я там, и что я он там паркет делал? Вскрою. И что он там делал? А он там голоса вбрасывал. Этот прекрасный псевдо-старичок, а на самом деле тот еще хитрец. Так, конечно, это дети с моего двора. Я там просто лягу на порог и не пущу этого деда вбрасывать нам черт знает кого. Это моя школа, это мой двор, это мои дети. И как долго придется растить вот этот потенциал наблюдателей, неравнодушных людей? Как вы думаете, сколько лет это займет? Мне кажется, все уже выросло. У нас даже в Руси сидящей появилась пионерская организация. О, как! «Дети за родителей» в главе, конечно, с Петей Фарбером, разумеется, сыном Ильи Фарбера. Но это не учителем. Совсем дети. Ну, мы не можем работать с несовершеннолетними, у нас нет педагогической лицензии. Иначе посудят. Иначе педофилии будет, простите. Поэтому до 18 не подходить. Это уже начали, на самом деле, вырастать те люди, которые не смотрят телевизор. Не, ну таких вот. Много, это... На них скажи, меньше 25, по-моему, никто не смотрит телевизор моложе 25. Как я помню, один мой приятель, который занимался рекламным бизнесом и работал с телевидением, он говорил, я не понимаю, зачем они берут у нас рекламу прокладок и пива, потому что смотрят телевизор женщины 55+. То есть ни прокладок, ни пива им не нужно. Ну, так и живем. Поэтому, если это все началось в Москве, есть очень большая вероятность, что все-таки потихонечку. И вот опять же, наши поездки по городам, все это эти активируй агитируй Касимов, агитируй Гагарин и так далее, и так далее. Гагарин – это бывший Гжатск, да? Да, это то, Гагарин что родом? Вот Митя Лешковский устраивал одну из первых таких акций, когда приезжали и просто ходили люди по улицам, раздавали листовки, общались с жителями, а как у вас здесь, а вы знаете, что тут Единая Россия, там, партия жуликов, воров и так далее, и так далее. Ну и что говорили жители? Они знают, что Единая Россия такая? А по-разному. То есть кто не знает? А есть кому все равно, а есть кто не знает, а есть кто, да, я знаю, я вообще, я их так люто ненавижу, они все там сволочи. Но тем не менее, я буду сидеть дома и никуда не пойду.
Нет, нет, очень по-разному люди реагируют. Вот мы с Колей, опять же, с Колей, с англичанкой нашей Ксенией Нарал ездили в Красновишерск, мы агитировали, Ксения раздавала тоже листовки. Красно что? Красновишерск. Это откуда ГУЛАГ начинался, где архипелаг ГУЛАГ? Это Ленинградская область, по-моему. Это Пермь. Пермь. Извини. Это 150 километров на реке Вишера, островочки рукотворные. Вот, собственно, это первые строчки архипелага ГУЛАГ на 150 километров, где Шаламов сидел. Шаламов, Танич. И вот пока мы туда ехали, мы останавливались, и англичанка наша Ксения, которая, у которой есть божий дар разговаривать с обычными людьми. Вот у меня нет такого дара, у меня терпения не хватает. А Ксения раздает, она каждому рассказывает, объясняет. И от нее уж шугается очень мало, уж очень приятная женщина во всех отношениях. И она умеет уговорить. У нее есть только один клиент, ее сосед, полковник ГРУ в отставке, которого она никак не может на сторону добра перетащить. Но она несколько лет уговаривает его, рассказывает: «Привет тебе, полковник Бондаренко, передаю. Приходи на сторону добра». А он? Он пока не переходит, никак. Пусть Райт надо было посадить на 20 лет, всех надо расстрелять, Сталин лучше всех. Но она вот упорно с ним занимается. Может быть, на него надо махнуть рукой и пойти к его детям? Они окажутся более понятливыми. Слава богу, он бездетный. Вот сейчас, опять же, да, смотрим на тех людей, те же Пусси Райт, да, вызвали такой общественный резонанс. Но кто? Кто больше? Кто сделал для себя выводы? Молодежь, посмотрев это? Конечно. Но, может быть, молодежь сделала вывод, что лучше не высовываться, тогда все будет спокойно? Потому что мне-то кажется, что именно так. Нет. Вот эти высунулись, их посадили. Думаю, что нет. Какие красивые, все или какие красивые девчонки. Они же на самом деле иконы. Мы, опять же, с Николаем ездили в Новосибирск к авторам иконы, художникам Артем Лоскутов и Маше Киселева. Это они создали эту такую уже каноническую, извините меня за выражение, икону с Пусси Райт. Моя мама называет ее матрешками, они не понимают, что там нарисовано. Я не стала ее разочаровывать, что там. Они даже суды выиграли, что вообще странно, они портят нам всю судебную статистику своими выигрышами. Они портят же... нам нашу плохую судебную статистику. Да, Верховному суду портят судебную статистику. Ведь это же Маша Киселева только-только исполнилось 21 год. Она автор произведения, которое уже стало символом того, что происходит в России. И не боится. Ничего не боится. И надо сказать, и Коля не даст мне соврать, хотя он человек весьма влюбленный в девушку Алену, но тем не менее, красавица такая. Девушка Алена, это кто? Девушка Маша Киселева, красавица такая, автор иконы. Вот поставь Машу Алехину, Надю Толоконникову, и стоит автор иконы вот этой вот Маши Киселева такой красоты. Невозможно оторвать глаз от такой красоты. И вот этот вот 20-ребенок сделал уже произведение мирового уровня. Кто бы мог бы подумать? Вот какой толчок? Ну хорошо. Какой толчок это создает? Каков процент тех людей, которых вам удается убедить быть активными? Ну, по вашим наблюдениям. У нашей Наташи, офтальмолога из Моник, зечка наша, у нее муж сидит, сгорел дом. Сгорел дом зимой, вот сейчас у нее двое маленьких детей, причем чуть больше годика младшему ребеночку, то есть совсем. И это все происходит в Голицыно. Мы кинули клич в Фейсбуке. И люди понесли деньги, инструменты, материалы, какую-то помощь. Я познакомилась со всем своим здоровым подъездом. Выяснилось, что вот микрорайон, где я живу, никого не знаю. Там человек 50 новых друзей, хороших людей, которые просто несли. Нет, нести – это не все. А что-то делать, вот в чем дело. Это именно делать, потому что один сосед привез машину. Второй сосед сказал: у меня есть два перфоратора, я даю. Третий сосед говорит: слушайте, у меня есть пушки, печки, чтобы грело. Тепловые. Тепловые. Кто-то одежду. И все при этом... А потом они все пойдут на выборы голосовать за Единую Россию. Нет, не пойдут. Не пойдут. У меня нет ни одного знакомого, кто голосовал бы за Единую Россию, например. А у вас, Коль? Ковров-то голосует за Единую Россию. У меня голосовал дедушка мой, которому 89 лет. Я его спросил, почему.
А больше говорит, а за кого еще? Остальные еще хуже. Если не Путин, то кот. Да, остальные еще хуже, сказал Коля он. Чем переживал, говорит, надо же, я всех агитировал, а, собственно, дедушку упустил. Коля опять же, переживал. Вот эти наши поездки, взять ту же самую Астрахань. Многие теперь поняли, что Миронов-то на самом деле двуличный, такой же абсолютно. Многие сейчас посмотрели на какие-то, на тот же закон о детях-сиротах. Все поняли, что коммунисты Зюганов это тоже... Такие же точно клоуны, да. У меня, кстати, был, мы просто должны заканчивать уже программу, у меня был случай, когда мне довелось сказать Геннадию Андреевичу в лицо, причем в эфире, в программе «Поединок», что не надоело ли вам, Геннадий Андреевич, быть коверным? Потому что президент худо-бедно хоть как-то, но меняются. А вы все тем же коверным уже 20 лет слушаете. Ну, он, конечно, делал вид, что не слышал. Ну и бог с ним. А мы, тем не менее, будем и дальше говорить и впредь о тех людях, которые продолжают что-то делать.